А мама и ее дочка спали и позвонил будильник. Ой, пора вставать. Ой, так, так, Машенька, она попозже настанет. Пойду пока что приготовлю завтрак, помою все зубки. Все такое. Так, так, у нас такая шикарная гостиная. Так, сейчас надо пройти. Ой, как хорошо. Обожаю так купаться. Ну ладно, теперь нужно выходить. Так, так, ой, я часто так делаю, ну ладно, тебе надо попить чаёк. Так. Так, мне почему-то чайник не включает, не слушается меня, а. Горяченький чай, что может быть лучше? Так, у нас дома ничего совсем нету, а кухню мы еще не построили. У нас мало ремонта. Так, надо бы сходить, что доченьке купить пиццу хотя бы. Скорее, 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 скорее. Так, возьмем какой-нибудь транспорт. Так, ладно, возьму дочкин скейтборд. Думаю, ничего страшного будет, если я с ним сгоняю быстренько. Быстрее, 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 быстрее. Ой. Так вот, вот так вот. Сейчас мы его возьмем вот так, чтобы его никто не угнал. Хотя всем утра мало кто есть на улице. Так. Здравствуйте, повар. Мне нужна пицца. Так. Так, всем привет. Так, все. Давайте. Так. Накормим мою дочку. Так. Теперь подождем 10 секунд. Кот, на это пицца. Скорее, скорее, скорее. Надо домой бежать. Бежим, бежим, бежим. Там главное донести это моей дочке. Ой. Ой. Ну вот, я уже добежала. Как раз вот вернулся папа. Доченька, вставай, вставай, вставай. Ну-ка, давай, вставай, держи. Так, сейчас я передам ей пиццу. Кушай, кушай, пиццу. Так, иди собирайся в школу. Хорошо. Фух. Так, давай, вали, вали, давай. Давай, иди что на работу, блин. Не выгонишь его еще с постели. Еще что-то окает здесь. Еще свою рыбу-клоуну оставил. Скорее бы дочка пошла в школу. Ну вот, осталось попить, можно идти в школу. Надеваем чаёк. Папа тоже пьет чай. Пьем чаёчек. Папа тоже будет пить. Так, он теперь что-то пишет. Давайте у него спросим, папа отведет ли на школу. Так, все у него спросила. Хоть бы он отвез, хоть бы он отвез, папа отвези. Да, у меня немного современный папа, поэтому у него зелененькая кожа. Ура! Так давайте ему на шею сядем. Отводи нас в школу, он сейчас отвезет меня в школу. Но пока тем временем, пока Машу водили в школу, наступили уроки. Ну вот, наконец-то я пришла в школу. Ой, наша ученица, я тут. Так, давайте сядем на мое место. О, привет, кстати, Лиза. Привет. Покажите своих поэтов быстро. А кто не покажет, тот получит двойку. Так, вот давайте, вот, а у меня вот такая, я принесла к этому уроку вот такую вот флайер от Китсуны. Ой, пример решить. Так, это будет один. Так, вот, у меня вот такая вот флайер от Китсунки. Такая вот у меня Китсуна. Она имеет флай, и у нее есть райд. Такая вот у меня Китсуна. Ура! Ой, меня спросили, так, ой-ой-ой. Так, я подготовила райдода. Готовила такого вот райдода. Так, мне тоже надо будет решить пример. Вопрос 2, это будет легко, это будет 4. Ой, это будет 4. 4. Вот так вот.
Ну вот я ответила, у меня такой Доден. Почему, ребята, почему мне два минус? Почему мне два минус? Почему? 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 Ну вот, Ксюшка совсем по домам. Ксюша, ты чё вообще не отвечала, а? Я не знаю, меня девчонка не спросила. Ну ладно, я пошла домой. Потому что она сказала всем по домам идти. Круто. О, за мной папа пришел. Ура, ура. Ура. Ура, папа. Мне два поставили. Мне два поставили. Скорее, скорее. Мне два поставили. Стоп. А где же Доды? Мне кажется, что мы его оставили в школе. Папа, а где Дода? Давайте посмотрим у него, где же Дода? Где же мой любимый Дода? Ну как это? Как это? А, моего Дода. Моего Дода нету. Подождите-ка. Что? Что? Почему нет у меня Дода? Папа, где мой Дода? Где мой Дода? Где мой Дода? Я не знаю. Да в машину. Ладно. Ну вот, все уже девочки ушли. О, за мной тоже папа пришел. Папа, папа, привет. Давайте мы сидим на шею. Привет. Давайте мы напишем привет. Приветик. Ура, папа пришел. Папа пришел. Так, стоп, меня папа несет сегодня на шее, потому что у нас машина в ремонте. А, нет, меня привезли на круге. Подождите, а где? А где? Подождите, а где мои кицуны? Ребята. Я не вижу свои кицуны. А, что? Где? А где? Где кицуны? Блин, нет, нет, там не кицуни пропало-то. Блин, куда? Куда она могла пропасть? Ну чё, пришёл, блин. Топ. Где кицуны? Где кицуны? Где кицуны? Кицуны. Где кицуны? Так, надо будет у дочки еще поинтересоваться. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Надо побежать в свою комнату. Наша комната находится... Так, вот там вот. Моя дочка живет на первом этаже. Так. Тук-тук-тук. Кто-то есть? Да, привет, мама, что? Что ты хотела? Доченька, где твои кицуны? Твой папа сказал, что он не знает. Но я тоже не знаю. Где же кицуна? Ну ладно, доченька, к тебе пришла твоя юрная сестра, ложитесь спать. И странно то, что куда-то пропала кицуна. Ладно, надо пока что отдохнуть и посмотреть на небо. О, батя пришел. Так, ну теперь достаем, конечно же, мою любимую Леди Баг. Так, держи, покушай, попей. О, Ника, это ЦЛП, это мои дочки, если что. Поэтому вот так вот подписано. Телек, ладно. Батя, 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 отвези в школу, отвези в школу, в школу. В школу отвези, блин, дочку носю. Так, надо попосидеть. Вот мой рабочий столик. Или сюда можно посидеть? Ну ладно, давай сиди, посиди. Все-таки странно, странно, странно. Пончик. Ну, Маша и Лизе было интересно, куда делись их питомчики.